Семья, я уехала. Не уничтожьте дом. Пока. Что? Мамы нет? Юху! Вот так выглядит свобода. Люси, Мэтт, что здесь произошло, пока меня не было? Люси, открывай. Кто там? Барни, заходи. Прости, я еще не готова. Подождешь меня минутку на кухне? Ладно. О, здрасте. Привет, будешь чай? Чашки в шкафчике, бери. Здесь? Эй, что это? Пена? Правда смешно? Уже уходишь? Ну, пока. Какая гадость. Нужно вытереть. О, бонжур, месье. Ладно, пойду в очках. Пап, а где Барни? Какой Барни? Я никого не видел. Люси, смотри. А, ты в телефоне, ясно. Люси, сколько можно там сидеть? Еще 5 минут, папочка. Люси, пора на занятия, иди. Люси, ты меня слышишь? Ну все, мне это надоело. Роутер уходит в отпуск. А? Что? Окей, я все понял. Возвращаю Wi-Fi. Вот так уже лучше. Меня ждет карьера бьюти-блогера. Идеальное фото. О, телефон Люси. Я тоже могу быть бьюти-блогером. Я фотографируюсь не хуже. Пап, ты не видел мой телефон? Вот он. Что? Папа! Люси, я пришел забрать тебя на свидание, пока папа спит. Папа уже не спит. Спасибо за цветы. Упс, перепутал окно. Простите. Прощай, приятель. Эй, Барни, ты куда? Упс, папа. А? Что? Папа. Папа, проснись. Ладно, окей. Нет? Ну ладно. Почувствуй мой взрыв. Бесполезно. Запрещенный прием? Давай, папочка, будь здоров. Ауч, мягкая посадка. Поскорее бы утро. Откуда звук? Моя рок-карьера началась, и это мой первый хит. Я люблю свою гитару. А теперь снимаем клип. Как дикие и свободные рокеры. Что там устроила дочь? О, неплохой концерт. Я тоже хочу в группу. А? И соло на барабанах. Что? Откуда звук? Папа, ты фальшивишь. Отдай палочки. Юху, концерт продолжается. Я только посмотрю себе рубашку. Вау, мой рай.
как тебе эта рубашка взять? Нет, папуля, поищи другую. Хорошо. А это? Люся, ты где? Дочка! Папочка, ну как тебе? Нравится? Вау, какая девушка! Что? Нет, оденься приличнее, дочка. Ах так? Сам оденься приличнее, папочка. О, а мне идет. Вау, какой импозантный мужчина. Все, папа, нам пора, идем. Все готово. Начинаю свой танец для ТикТока. О, какой веселый танец. Я тоже так могу. Что? А? Ну, пап, ты испортил мне видео. Чего ты? По-моему, я отлично танцую. Папочка, поможешь мне? Я хочу прическу, как здесь. Вот такое? Из твоих волос? Хорошо, я попробую. Готово. Папа закончил. А? Что это? Рассмотрю получше. Отличная прическа. Вау. Спасибо, папа. В холодильнике одна безысходность. Ладно, попробую приготовить обед сам. Нет. Нет, слишком сложно. Нет, слишком долго. О, самый подходящий рецепт. Это телефон доставки. Алло, я хочу заказать пиццу. Доченька, обед готов. Папочка? О, нет, опять пицца. Ощути этот аромат. Высокая кухня. Окей, уговорил. Люси, тебе скучно? Подожди, у меня есть идея. Лови, сыграем в баскетбол? Нет? Ладно. Бадминтон? Тоже нет? Сыграем в бейсбол? Первая база на кухне? Нет. Папочка, я кое-что придумала. Не двигайся. Готово. Ну как тебе наш бьюти-салон? Шикарно. Мне идет красный. Это новая жена Бибера. Берем только полезные и необходимые продукты. Конечно, папочка. Рассчитайте нас, пожалуйста. Не знала, что у нас есть попугай. Попугай? Откуда он здесь? А это что? Вот, папочка, я взяла только самое необходимое. Благодарим за покупку. Папочка, ты лучший. Ненавижу домашнее задание. Ничего не понятно. Точно. Нужно попросить о помощи. Кук правой. Давай. Папуля, помоги мне с домашкой, пожалуйста. Папа у тебя умный. Он знает всю школьную программу. Готово. Отец, смотри сюда. Ну, что там? Ты меня подставил. Это все неправильные ответы. Как ты мог? Спокойно, Люси. Папа все исправит. Понравились наши папа с дочкой? Тогда пиши в комментариях, как ты проводишь время вместе с родителями. И обязательно подписывайся на наш канал, ставь лайк этому видео и жми на колокольчик. Не пропусти новые веселые видео на канале Вуху.